Добрый день, ребята! Сегодня мы рассмотрим портативную, высокоэффективную комбинированную систему приготовления пищи с встроенной системой теплообмена в нижней части котелка FireMaple FMS X1. И вовсе не обязательно тратиться и покупать дорогие джетбойлы. Также не стоит брать слишком дешевые аналоги, китайские аналоги по типу ОПГ на AliExpress, потому что сама система стыкуется очень плохо, болтается и не держится на основе. Данный бренд FireMaple зарекомендовал себя очень хорошо. Данная портативная система приготовления пищи в походных условиях использует так называемые резьбовые газовые баллоны. Газовые баллоны вы докупаете отдельно в специализированных магазинах, будь то 100-граммовые, 230-граммовые, стандартные и большие 450-граммовые баллоны. Данная высокоэффективная система позволяет увеличить продуктивность приготовления пищи на 30%. Экономия газа потребляет меньше топлива. Проваренный стыковочный шов на котелке полностью устраняет выброс вредных металлов в процессе готовки. Защита от ветра, специальный дизайн позволяет защитить пламя от ветра без применения ветрозащитного экрана. При желании горелку можно поместить в котелок, добавив туда сменный газовый картридж на 230 грамм вместо штатной миски и закрыв крышкой котелок со всем содержимым. В комплект входит система пьезоэлектрического зажигания, что очень удобно. Не нужно носить с собой спички, зажигалки и прочее. Газовая комбинированная система приготовления пищи FMS X1 снабжена ниппелем особой системы предотвращения потери топлива при многократном подсоединении и отсоединении сменного картриджа, что позволяет в разы снизить расход топлива в путешествии. Также данная система имеет возможность подсоединения к цанговому баллону, к более дешевым баллонам цангового формата при помощи адаптера FMS-701. Докупается отдельно. Поставляется данная система FireMaple X1 в индивидуальном сетчатом мешочке для удобного хранения и транспортировки системы. В собранном виде диаметр 128 мм, высота 173 мм, вес 511 грамм, полкило. Это немного в походе, в принципе, но достаточно легкое. Номинальный рабочий объем котелка системы 1 литр с запасом на бурление воды. Фактический объем котелка системы до краев котелка 1,375 литров. Подходит для экстремальных походов и экспедиций. 1 литр воды закипает примерно за 3 минуты и 30 секунд. В общем, друзья, кто ищет себе легкую портативную систему приготовления пищи, которую можно всегда возить с собой в походах, даже брать с собой на прогулки куда-нибудь, вскипятить горячего чайку, кофейку, заварить сублиматы быстрого приготовления, будь то идлы или харчи, просто рекомендацион. Качество очень высокого уровня, ничего не болтается, все фиксируется надежно, четко, проверено. Пишите свои комментарии, задавайте свои вопросы, подписывайтесь на канал. А с вами был Серго, пока и до новых встреч.